Сегодня в Караганде и Кызылорде хранили погибших при крушении самолета Ан-2. В Караганде в последний путь проводили командира самолета Валерия Клюшева, второго пилота Виктора Савельева, бортмеханика Василия Литвинова и директора департамента технического развития корпорации «Казахмыс» Габита Толеубаева. Фотографии и светлая память – это все, что осталось родным и друзьям Валерия Клюшева, Виктора Савельева и Василия Литвинова. Каждого из них запомнят как профессионала. Это как сын погибшего командира экипажа, я могу сказать, что он хотел летать на малой авиации. Он был там, где ему хотелось быть. Поэтому не было никаких преград у него, чтобы ему идти в большую авиацию. Человек делал выбор, он хотел быть там, где он был. Выразить соболезнования родственникам авиаторов пришли руководители области и города. Со своей стороны они все выполнили, что можно было как профессионалам выполнить. Но, к сожалению, иногда в жизни случается так, что обстоятельства бывают выше даже высокого профессионализма. И мы скорбим сегодня вместе со всеми родственниками, вместе с вами об этой потере. Деятельность «Олимпэйр» приостановлена на время следствия. Транспортная прокуратура уже изъяла все документы авиакомпании. Бахтияр Даркеев, Айзада Айгельбаева, Еркеулан Тойболдин, 7 News, Карагандинская область. Как я уже сказал, проводили в последний путь сегодня и директора департамента технического развития корпорации «Казахмыс» Габита Толеубаева. Коллеги вспоминают о нем с уважением и теплом. Он был ответственный, дисциплинированный. Я ни разу не видел, что он, допустим, что-то не выполнял. Он, если сказал слово, он всегда свое дело делал. С людьми он обращался интеллигентно, как настоящий, как руководитель. Земля будет пухом, мы всегда скорбим. Прощание с Ерболом Ибраевым пройдет завтра. Главного механика Балхаш Цветмета похоронят в поселке Кызылжаржана Аркинского района.